мост закрыть туда. Что-то не похоже. Форма. Служба безопасности. Мы есть власть. Переулок, ходи туда. Но мне очень нужно Космо. Космо не в башне. Он там, звездный лорд. Там. Стоп. Вы знаете мое имя? Ходи или сидеть в тюрьму. Выбирай. Космо! Ты тут? Космо! Норм, совсем не стрёмно. Космо явно где-то здесь, в этом лабиринте из разлагающихся мозгов. Ладно, отыщу Космо и все. С командой потом разберусь, если найду их. Ты боишься, Питер Квилл? Я непобедимый громила, и я бесстрашен. А вот ты точно сгинешь. Космо, это ты? Ненавижу лабиринты. Особенно внутри вонючего мозга. Так, приятель, спокойно. Спокойно. Вы гляньте на этого зимнюка. Спорим, ты окажешься в одной из этих машин для обработки. Мять! Я так инфаркт схлопочу. Началось. Ух ты, кто попался. Куда прешь, звездный лорд? Что вонючий, грязный зимнюк здесь забыл, Россон? Прячется, небось, Гарик? Да, зимнюки всегда прячутся. Все же знают, зимнюки щуплые. Хе, и аппетитные. Ну, на любителя. А может, мы любители? Ну, награда слаще. Эй, парни, вы случаем не знаете, как пройти в контору Космо? Меня терзает явное чувство, что вы ищете кого-то родом с Земли. Я понял вас, понял. Земляне все на одно лицо. Не то, что вы, парни, вас ни за что не спутаешь. Ну, к делу давай, зимнюк. Дело такое. Я помогу найти того, кто действительно вам нужен. Зимнюки и правда на одно лицо. У этого зимнюка слово на спине. Как в ориентировке. Что за слово у тебя на спине? Люблю забвение. А может быть, звездный лорд? Да неважно. Держи его! Нам сказали навалять зимнюку, у которого куртка с буквами.
Хэм, да мало ли кто ходит в куртках. Да, но леди Хэл велела пристукнуть именно тебя. Так сдохни! Стой. Она его живым или мертвым? Леди Хэл, я вам заплачу вдвое больше. Ну нет. Леди Хэл шутки плохи. Ладно, ладно, ладно. Этот, как его, тайм-аут. Сердце разрывается. Парни, это очевидно. У нас равные силы. Да, и равные. Мы абсолютно непобедимы. А что ж, это не айс. Но мы ведь профессионалы, верно? Верно? Давайте договоримся. Разведи их, а потом стреляй, Питер! Отрывай их, Питер! Мы и пойдем! Выпали Скучал? Жду подходящего момента! Они уязвимы! Готовы способны в честном бою! Мы стоим целой армии! Это как раз то, что мне было нужно! И мы вас убьем! Что за... Питер! Что происходит? Это же улет. Фильм про зомби, захвативших землю. И про ребят, дающих им прикурить. Само собой, ты запомнил это. А спроси я, взял ли ты свой ланч, ты глазами хлопаешь. Я не нарвусь, мам. Я осторожен. Подожди-ка. Пока ты не ушел, есть разговор. Я кое-что тебе дам. $20? Размечтался. Считай это запоздалый подарок от папы. Он на моей кровати. Сходи за ним, а я уберу на кухне. Откроем вместе. Я это предвидела. Слышала о праве по рождению. Это то, с чем ты живешь. Как имя? Перед отлетом в космос отец... Ах, мам! Я знаю, звучит глупо, как бред, но... Теперь все иначе. И важнее всего сейчас, чтобы ты поверил мне. Может, это убедит? Ого! Не спеши, ковбой. Это твоего отца. Думала, он нам оставил их для защиты. Но не исключено, что это пресс-папье. Ну, раз ты поверил в то, кем он был, может быть, они и правда защищают. Защищают от кого? Твой папа был не просто с другой планеты, Питер. Он был влиятелен. А у влиятельных есть враги. Влиятелен? В смысле? Он глава целого мира.
Точнее, Спарты. Далеко отсюда. Великий был лидер. И потому, как ты заботишься обо всех, я знаю, ты будешь таким же. Быть лидером — тяжелая ноша. Твой отец улетел, чтобы уберечь нас. 13 лет было тихо. Но что-то надвигается. За нами наблюдают. Надеюсь, я ошибаюсь. Правда. Но быть королевским сыном на любой планете значит постоянно ходить с мишенью на спине. Ты отважный парень, но нужна и осторожность. Случиться может всякое. Пойду выпущу Кубрика. Я быстро. Жесть! О, черт! Нет! Привет, дружок. Откуда ты взялся? Повезло вам, салат, да. Мы почти вас ликвидировали. Ликвидировали? Он так и сказал. Фу, ни капли деликатесности. О, черт. Всех бы вас поубивал. Не тебя, длинный язык. Нет, тебя, Эдди Хелл, ждет живым. Но не слишком живым. Вы не выполнили миссию. Позор. Это Квилл. Эти посредственные головорезы утверждают, что леди Хеллбендер наняла их убить нас. Эй, мы не посредники. Мы состоим в лиге. Не-не-не, не лига. Ты сам сказал, что она будет нас преследовать. Я надеялся на чудище, а здесь эти. Мы бы вас поубивали. Ничего, все впереди. Слышал, Питер Квилл, не все потеряно. Да, супер, Дракс. Недолго нам сидеть в этих клетках. Во-во. Да-да, дружбаны нас спасут. Да, спасут. Эй, это ошибка! Я не виновен! Смерти. Молчите! Космо, ты там? Космо! Эй, твой Питер Квилл, я больше не вынесу. Эй, Космо, мне очень нужно в туалет. Да. Не смейте его лапать! А, мелкий кап, мне царапан! О, это еще не все. Я тебя лохвидирую. Эй, ребят, не ожидал вас здесь увидеть. Выкуси, писклять. Писклять? Да, и хламажуй к тому же. Заткнись и в камеру. Да ладно, тебя обидел кто-то? Ты. И мы увольняемся. Я есть Грут.
Нет, ты тоже. Не разговаривай с ним. Ракета, друг, перестань. Мы были в шоколаде. Вы с Грутом не просто охотники за головами. Фырк. Что ты сказал? Я сказал фырк. Так не говори фырк, а фыркай. О, так я и самовыражаюсь неправильно. Сказать еще? Ты правда просто вуф! Я есть Грут. А что ты хотел услышать? Ракета, друг, вуф! Надо было вуф тебя, когда вуф шанс. Вуф есть Грут. А вот и не вуф. Ты не вуф, вуф, вуф. Что? Ты вуф надо мной. Я сколько раз говорил, я тебе вуф, не животное. Вуф, ты голов. Иди там вуф, вуф. Я есть Грут. Вуф. Что за колдовство? А где мы? Вы по-прежнему на забвении. Космо! Здорово, приятель! А мы тут как раз... Страж Галактик скажет Космо, зачем они проникли в кору Континуума. Иначе Космо устроит им еще не такой психологический гулаг. Проникли в... Не корми Космо кошачьим кормом, Пётр Квилл. Ты заодно с кровным братом. Специально отвлек внимание, чтобы гадкий енот и разумное древо использовали кору. Возможно, в своих шкурных интересах. Космо также знает, что на корабле Стража Галактик стоит трекер Нова. Я уверен, это поправимое недоразумение. Так? Так. Мы сюда попали из-за событий на скале Нова. Страж Галактик был на скале Нова? Да, чтобы найти Центуриона Карел и выплатить штраф. А что? Странные сообщения множатся в галактике, как кролики весной. Космо послал много отрядов на разведку. Все сгинули. Теперь и скала Нова шлет тот же сигнал. Страж Галактик доложит Космо об увиденном. Бойцы Нова убивали друг друга. Я есть Грут. Они там все словно белины объелись. Или обратились. Да, во время обряда со жрецом. Они говорили про обещание. Так точно, сэр. Братство птиц. Культ негативной зоны. Церковь Вселенской. Стой, 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 стоп! Это они. И с ними старикашка. Его челнок накрылся на надежде Хала. Великий объединитель Рейкер. Глава Церкви Вселенской Истины. Космо припоминает. Старый культ, весьма влиятельный во время Галактической войны, сейчас полузабыт. Ты сказал, скала передает сигнал. А вдруг их религия каким-то... Нет. Церковь Вселенской Истины умерла с золотокожим богом. Давай мы сгоняем на Надежду, разведаем. Что? Из твоих отрядов никто не вернулся. С людьми стало быть напряженка. Мы хотим знать, что случилось, так же, как ты. Да ну. Отправь нас на разведку. Пётр Квилл вечно кидает. Но не мяч у тебя. Мяч. Что Страж Галактик просит взамен? Пустяк. Сними обвинение. Обратись в штаб-квартиру корпуса, пусть аннулируют наш штраф, и мы летим. Это совсем не пустяк. Признайся, Люнявый, без нас никак. Нас? Пока что. Или у тебя другие глупцы на примете?